Всем привет! И вот опять нас замело. И под комментариями было как-то написано, что на Аляске плохо убирают снег, не любят убирать снег. Да, между прочим, вот такая проблема есть. Сами можете посмотреть, да, какие дороги. В некоторых местах, конечно, убирают, но очень часто такое, что мы просто вот юлозим вот так вот на машине. Когда мы приехали, нам сказали, что это вот новый мэр вот такой, и раньше было лучше, что вот было чисто, дороги чистые были. Но вот его не переизбрали на новый срок. Много было к нему претензий у людей. И сейчас у нас новый мэр. Но дороги по-прежнему такие же. И мы когда с детьми едем, так недавно ехали, и младшая говорит: «Ой, мама, так на Россию похоже». Ну вот здесь почистили, довольно чисто. Ну это центр города. Но все равно вот видно, да? По городу очень много ездит тракторов, которые убирают у таких машин. Но или не хватает их, или что. Ну, вот такая вот картина. Чуть-чуть уезжаешь куда-нибудь в сторону от дороги, по которой ездят автобусы, и начинаются горы снега, через которые надо просто плыть. Ехали с одной дороги на другую, и вот такая вот разница. Снег да снег кругом. Какая у нас встреча сегодня? Мус здоровенный. Что-то с дерева обидает. Ну, здоровый такой. Красавец какой. И вот такие вот красавцы по городу ходят.
Надо быть очень внимательными на дороге, потому что вот его на темном фоне не видно. И когда хорошее освещение, он может выскочить внезапно, тоже опасно. А уж когда не очень хорошее, то просто не видать. Может, поближе? Капельку. Уверен, что хорошая идея, потому что может пугливый тоже его испугается, накинется. Там яблочки остались. Вот. Это. Он их объедает. Рябина. Рябина вот это, а то вроде яблочки какие-то. Надоело ему, что он у него с этим пошел. Лёг отдыхает теперь.